Ну что же, на закусь. У нас остается карта The Train в комплекте против Cloud9. Пистолетка Клауда начинает за атаку. Уже зашли на плент. Кол решили сыграть на отдачу плента, чтобы потом на ретейке уже сделать выбивание. Деп делает уже первый минус. Начало для ретейка положено. Но Клауда прекрасно понимает, что надо дождаться вблизи. Урой. Ой-ой-ой. Вот это да. Деп делает минус. Сарил. Также фраг. Витмер справляется. И в итоге команда в комплекте абсолютно... без труда делает ретейк. Но поставлена бомба Клауда на третий раунд делает закуп. Калаши. Там уже посмотрим, как с этим справится Cloud9. Комплексити, пардонте. Но пока начало ретейка есть. Покупает UMP, MP9. На стрел как раз таки эко. Кольт от Uber, Famas Android и Витмер. Что будет делать Витмер? Тоже Famas. У Клауда, у Клаудов видим... 2 дигла, 3 по 250-х. В общем, врываться будут, ребята. Врываться. Оу, Сарял попадается на мушку к Шрауду. Получает в голову первым же патроном. И на этом раунд стартует. С первого фрага Cloud9. Так, ну Скадул тоже собрал некую информацию. Зачекал его Убер, начал простреливать. В итоге безуспешно. Ну и что интересно было у... Сурил. А, у него было UMP. Было UMP, киты, смог. Нежелание со своим UMP побивать на дальней станции. Шрауд, еще один фраг, господи. Он уже уничтожил команду противника изначально. Морально, я бы сказал. Ну и нафиг. Разменится у тиммейта. Стьюи стал жертвой депа. Ну и Витмер вместе с Убером вдвоем остаются. Выход на бэплэнд как такового не будет. Это фейковый смог. Ну и Витмер... Дело за ним, 15 кп остается у этого парня. Очень быстро его накалили до красна. И в итоге падает от рук нафига. Ретейк. Это жесть. Как же все-таки Клауда жестко играет. И даже вот я похвалил скорее Шрауда, который очень быстро вырубил двух игроков. По таймингу выбил одного, второго уже на зелени. И Убер с кольтом один, остается есть киты, есть смог. Но три противника. Первый пошел. Первого съел. Второму откинул смог. Третьего пока не знаю, где находится. Фейк диффузов. И пока аутиматик не открывался. Но вот после такого, конечно, неприятности только начинаются. И справляются еще и с нафигом. Успеет ли диффузить бомбу? Нет, не успевает Убер диффузить бомбу. Потерял он твой кольт. Потерял раунд, киты. Ну и Cloud9. Даже умерев все вместе, особо не расстроились. Их задача была победить в раунде. Они это сделали. И 1-1 в пользу команды Cloud9. Complexity. Ну, кстати, 1-1 в пользу Cloud9 звучит. Потому что, в принципе, так и получилось. Они должны были закупиться только сейчас, но пистолеты закупив, смогли взять раунд. Хотя на это особо не рассчитывали. Зайдет, не зайдет. Зашло. В итоге против Complexity. У комплекса теперь эко, при 250-й. У двух человек это Убер и Сариал. Один стоит на бэпленту, второй на хелпе зигзага. Минус от нафига, ну и деп. Ха-ха-ха, забирает он Шрауда, реализовал он свой Зевс. Ну и тут уже единственный такой лучик солнца в пучине тьмы был от депа. Но раунд Клауда, естественно, возьмут. 2-1 Клаудав за атаку переворачивает с самого начала. Но это уже называется класс, мастер-класс. Ну и на заметку вам. Если у вас есть респа, не думайте долго. Пытайтесь как-то реализовать любую возможность сделать фраг, как это делает Шрауд. Прибежал в сотку, сделал минус. Перебежал в зелень, также сделал фраг. Грамотная игра, гибкая игра от Шрауда. И самое главное, это АИМ. И вот плоды. Плоды этого... Плоды тренировок Шрауда. Я иногда диву даюсь, как он попадает на своих трансляциях. Я вот часто смотрю стримы для саморазвития. Именно контрстрайкерского развития. Бывает то, что... Ты видишь, как человек думает, какие он производит действия, и играть в игру, и одни демы бегать. То есть, если вот
нон-стоп играть в игру. От этого ты станешь лучше играть, но не настолько, насколько тебе хочется. Тем временем Сека от команды комплексе еще одно, так как потеря по девайсам была колоссальная. Витмар остается один. Так вот, продолжу. Мало играть много в игру. Надо еще саморазвиваться в этом плане. Надо смотреть стримы, пересматривать свои демки. Как ты вот сделал вот в том-то моменте, и где ты проиграл? В чем была твоя ошибка? Куда ты пошел не туда? Как ты сделал? Куда гранату кинул? Куда можно было бы кинуть, чтобы тиммейт под флешку забрал кого-то в том-то, том-то? То есть, должно быть многогранность. Должна быть какая-то в игре. А не вот просто на дасе втором взял и каждый раз выходишь лонг. Тренировка. Нет, это не совсем тренировка. Это какие-то роботизированные тренировки. Это не всегда хорошо. Я бы сказал, даже это вообще не хорошо. Закуп команды комплексе. АВП у Сарила. 4 кольта. 10 минус от Убера. Спунта пока что удачно отыгрывает. Сарил выходит также в смог. Пока никого не видит. Ну и нафиг. Дед минус урил, делает минус по шрауду, спускается с верхнего, с девятки, хотел себе сказать с верхней девятки, но это и так понятно, что там это сверху находится. Нафиг. Вместе со Стьюи вдвоем остаются. Нафиг. Первого вырубает, залезает на следующий вагон. Пошла атака от Стьюи, ну и тут уже надо прятаться. Стьюи, не надо ни в коем случае вылазить. Нафиг в сотку уходит, попадается на прицел к Сарилу. Деп задавил Стьюи. Это второй раунд для команды Complexity. И как бы хорошо все начиналось для Cloud9, эти смоки сыграли для них злую шутку. Хотя вот надо было бомбу ставить и все. Но бомба добежала слишком поздно. 2-3. Колы собираются сдаваться. Колы хотят показать на все, что они способны. Посмотрим, что из этого получится. У Cloud9 еще есть запас по деньгам, по экономике. 4 клаша и АВП. Если что, скадул там может нафиг еще дропнуть свое АВП. Так что у Cloud9 еще есть запасной план. Есть ли запасной план в Complexity? Нету. Денег нету. Запасного плана, соответственно, тоже нету. 4-1-Б. Вот так вот решили расстановку сделать в комплекте, даже без хелпы. О-о-о, Убер забирает нафига. Вот это да. Давно я не видел этого прострела. Давно не видел, чтобы оттуда кто-то не уходил живым. Точнее, наоборот, не умирал вот от этого прострела. С АВП мы помним, как Кеннис, по-моему, прострелил. Или Гвардиан, вот кто-то из снайперов прострелил. Потом пошли прострелы. И вот сейчас опять-таки... Убер, хорошее начало, но продолжение прихрамывает. Ультиматик уже минус 2. Со спины никого не будет, оба игрока будут играть вдоль путей, но пока что в большинстве команда Cloud9. Вот он, еще один должен был быть минус. Эх, убежал, скадудл. Сурил с АВП. Все-таки не смог. Не успел забрать скадудла, прячется шрауд. Слышит передвижение противника, но и дойдут прыжки от Витмера, конечно... Зря. Зря он это делает. Шрауд даст ли уйти? Да, дает он ульти Сурилу. Ну и бог с ним, говорит Шрауд. Мы тут в раунд взяли, пусть он себя АВП свою оставит. Мы его в следующем раунде и выбьем. Ну, он вправ. В принципе, он прав. 4-2. Клоуда. Не дают нас себя догнать. Не дают камбэк и ломают экономику комплексити. Те же решили, что раз уж у нас такие пироги, мы возьмем... себе пистолеты. Надо, наверное, даже можно было какой-нибудь форсбай себе взять. В принципе, что-то на это и похоже. Деп 50 долларов у Витмера, 0 долларов. У кого-то, у нескольких человек остались деньги. У Сурил, потому что он и так имел ВП. Ну и Андроид, который решил, что одного дигла мне достаточно. Сурил пушит зелень. Дед минус по нафингу, удачный поджим. И нафиг немножко странно сыграл. Обычно игроки стоят, ждут какие-то заходы за спину к своей команде. И вот убивают как раз таки. А тут это не получилось. Ну что, у нас 3 зума. АВП и скаут. Деп находит голову Стьюи. Попытка выхода на бэплент не увенчалась успехом. А там Шрауд увеличивает. Ох, ох, Шрауд. Уже 3 фрага
Уже три фрага. Болельщики бьются в экстазе. Чатик, мне кажется, англоязычной трансляции там напишет вак-вак-вак насчет это спамить. Ну и комплексити. Как все хорошо начиналось и как все плохо закончилось для них. С ними случился Шрауд. Доктор, что со мной? С вами Шрауд. Точнее, против вас. Промахивается Савика Скадудл, но тематика, если что, на проход чекает. Минуса Шрауда. Последний. Остается Витмер с АВП. И, скорее всего, он его все-таки оставит себе или нет. Оу. Оу. Сьюспа. Затыкать. Затыкать Шрауда. Получается с трудом, но он не выживает. Он не выживает. Аутиматик до АВП, естественно, не добежит, если только на спидхаке, но... Всем прекрасно понимаю, что такое спектакль. Ладно. 2-5. Комплексити. Еще один найка приходится делать. Деньги так и не вернулись в должной степени, чтобы можно было закупить арморы, девайсы, все как надо, все как положено. Зато клоудан. Три калаша, UMP-шка от Стьюи. Читает, конечно же, Стьюи экономику своих противников. Два скаута до этого, как они проиграли девайсный. Два скаута, ну, естественно, то, что... Откуда взяться там деньгам? Деньги были потрачены. Ну и вот андроид. Неужели это сейчас залетит? Ну, андроид может. Именно про него я рассказывал, то, что человек с комплексити взял раунд 1 в 5 с дезертыгла. То есть 5 раундов, 5 фрагов на эко за атаку. Это ничего себе. Флешка, которую видит Витмер, на него, правда, спрыгивает Сьюи. И то, что он видел флешку, то ли у него реакция подводит, то ли еще что-то, но... Стьюи уже второй фраг оформляет. Минус от автоматика. Шестой раунд уже неподалеко. Команда Cloud9 тут, конечно, в упоре удивляет. Сориал, еще один фраг сделал это или нет? Ну, нет, тут все-таки не обращает внимания на сотку. Хотя, вполне возможно, с калашом бы он еще и забрал Скадудла. Но. 2-6. Команда Cloud9 в двух шагах от победы в первой половине, по крайней мере, уж точно. Ну, а то, что преимущество они набрали, это неудивительно. Скадудл балуется гранатами. И опять быстрый выход от Cloud9. Они не стоят долго, они ждут какие-то поджимы. Сразу же выходят, сами делают эти поджимы. И уже 3 в 3. Только раунд начался, только прошло секунд 15 от начала. Уже 3 в 3, уже план занят. Облачками уже ставится бомба. Очень быстро разыгрывают Cloud9. Не хотят они медленно играть. Но и против комплекса не сколько раз играли медленно, столько раз они раундов и проиграли. Если играют активно, соответственно, и выигрывают раунды. Nothing попадает один за другим. Хедшоты. Очень четко играя. Последний остается Android. 22 хп. Против всю и Nothing. Ну и Nothing сегодня, конечно, в ударе. Только это сказал. Nothing сразу проигрывает перестрелку. Ну и кто же кого? Стьюи или Андроид? Бомба тикает и... Стьюи все-таки контролит выпад с между. 2-7. Еще один раунд в копилку прилетает, потому что нету денег у комплексити. Ну и... Все тут понятно становится. Все становится понятно. Кристально чисто. Скадудель. Есть опен. Замечает еще одного игрока. Минус по уберу. Замечает третьего, но попасть не попадает. Андроид с теглом попадает под прострел от Стьюи. Но и опять быстрый раунд. Не особо парясь. Клауда выходит. Не боятся они своих противников, потому что те не попадают. Не попадают. Вот даже... Скачаем... Скачаю я демку Cloud9, посмотреть, как все-таки ребята передвигаются, потому что каждый раз как-то очень жестко они выходят, и минус 5 дают в размен на 1 или на 0. То есть Cloud9 настолько шторм проходит по пленту, что с чем бы ты ни стоял, с кальтом или с АВП, или с диглом, не знаю, с базукой на танке, тебя это не спасет. Cloud9 тебя ваншотнут даже через титанические брони. Но тут пауза. У комплексити возникли некоторые проблемы.
Они поняли то, что они летят 2-8. Играя за защиту на карте The Train. Ну да. Как бы, когда ты летишь 2-8, пора бы обсудить что-то со своими тиммейтами, пообсуждать, в чем проблема, что не так. Возможно, в том, то, что мы не попадаем. Тренер говорит, окей, если вы не попадаете, значит, с вас по 8 тысяч ботов в день. 8 тысяч ботов — это много. Это чересчур даже много. В день, если вы хотите тренировать свой АИМ, в день можно по 1000-2-3 максимум. Это вам через край будет. После 1000 у вас уже рука будет как бы деревянная. Найпать опен. От Cloud9 найпать опен от Скадудла. Играет на тайминге, забирает на верхнем парике Сарела, который был, кстати, с АВП, насколько я понял. Да. Был он с АВП и остался его ВП лежать вместе с ним рядом. Выход на Б, наверное, собирается сделать Cloud9, пока хотя сами не уверены. Они по всей карте растянули и ждут поджимов от комплексити, потому что была пауза. Если была пауза, соответственно, сейчас все вот это действо будет происходить. Какой-то поджим, какой-то выпад, может быть, засада на одном из плентов, может быть, какой-то перекрестный огонь, еще что-то, в каком-то углу закрыть. Очень много различных вариантов можно перебрать, почему команда противника взяла паузу и что они там придумали. Так, Стюи перемещается в сторону верх-низа. Дропается прямо на Витмера, тот справляется со своей задачей. Мото прилетает к нему в ответ, и команда Cloud9 вновь ставит бомбу. Вот очень просто, у них все сходится к одному. Они ставят на пленту бомбу, отстреливают всех, кто пытается выйти на ретейк. До свидания, GG Easy, раунд привет. Так, Витмер типа залез, но напугал сам себя, но справляется с ним нафиг. 58 хп-то остается. Скадул минус по депу. Последний убер с АВП за плентом. Я вот сейчас зачекаю Скадудл, да. Ну и вот после этого, конечно, мува, после этого трикса, все становится понятным. Убер. Прострел залетает по нафигу. Нет, пардонте, это еще до этого было. То есть убер еще не попадает. Ну и безысходность в его глазах. 13 хп уже не засейвит он на АВП. Не убежит он от ярости. Взрывающиеся бомбы. 2-9. Cloud9 продолжает добирать преимущество. Сноубол все больше и ширше становится. ЦЗшка две штуки. Дигл одна штука. Юсп. А, нет, 3 дигла, 2 ЦЗшки. Вот так вот решили взять комплексити. Все нормально у парней. Так, ну и Д пошел в засаду. Но Cloud9 все это держит. На мушке любой выпад будет законтролен. Минус уже Витмер забирает также еще и Депа. Ой-ой-ой, в упоре Скадудл спасает он сейчас себя от неминуемой гибели. 33 хп у него оставалось, уходил на отходе. Он попадает прострелом в голову. Сотки выходят нафиг, заканчивают этот раунд в свою пользу. 10-2. Ну, тут даже комментировать что-либо сложно. Комплексити. Но они стоят и получают по головам. Тут как-то они еще борются. Пытаются. Пытаются как-то победить. Но это просто слишком для Cloud9. И Скадудл прячется. Сначала решил, что надо спрятаться, потом думает, да не, нафиг. Пойду убивать. Деп, минус по Стьюи. Деп, блядь, так еще с нафигом. Сотки умирает, аутиматик. Ну, в комплексити... комплексити получили подарок от Cloud9. Клауда уже совсем обнаглели. Подумали, что мы уже и так можем на ноге выходить убивать. Но комплексити до конца собраны. Как бы они плохо не играли, все равно ситуация для них не очень. Минус от Туби. Смотрите, еще Шраут раздал двоим.
То есть, если бы еще хотя бы тиммейт был у Шрауда, они бы тут эту ситуацию бы вывезли. Так, Сарил с АВП будет чекать сотку. Пока, правда, в ней никого не наблюдается. Скадудл играет на отстрел вот этого вот вагона. Прежде всего, он боится то, что убьют его в спину, в бок или еще как-то. Сарил с АВП в зелени. Пока никого не видит, но вот догадывается. Так, ну он помолот, он мог, кстати, догадаться, то, что кто-то там есть. Почему бы и не прострелить было бы? Так, вот, вот я про это и говорю. Надо простреливать через смок. Уже сколько раз было такое, то что лежит смок, и в принципе противник может находиться в нем. В некоторых моментах противники боялись просто показать то, что у них находится какая-то интересная позиция. Я уже начинаю плыть. В последней трансляции у меня уже начинает плавиться мозг. Завязываться в узелок язык и подобное. Ну, вот осталось совсем чуть-чуть. Колда обещает нам быстро концовочку. Вот в этот раз нас Сурил все-таки попадает по Скадудлу. Тут же ответочка Шрауда. Ну и Деп вместе с Убером вдвоем остаются. Деп минус по аутиматику, но уже мало хп остается. 1 в 3. Ну, тут уже до свидания. Да, минус от нафига. Последний раунд, первый половину остается играть нам. И точнее, нам посмотреть, а сыграть-то командам. Денег у комплекции не остается. Клауда чувствует себя шикарно. Шикарно они себя чувствуют на первой половине. Посмотрим, что будет в защите. В защите может быть все что угодно. А может быть и ничего не будет. Клауда возьму пистолетку, возьму два подряд. И мы пойдем с патушки. Засада вверх-низе. Деп с дробовиком, Стюи под этот дробовик вываливается и попадает под прострел. А вот в пикселе уже Деп с дробовика не попадает. Зато Стюи демонстрирует там свой АИМ. Сарил попадает под молотов, пытается уйти, ну и получает там очень много урона. 50 хп ему сняли. В итоге выход на Бэплэнд. Сарил все-таки делает минус. Убер увольняет нафига, но бомба уже торопится в сторону Б-плента, именно туда уже вышли его тиммейты. Ну и Стюи сжигает Убера, не знаю, как так получилось, но человек умирает в зигзаге, причем не было ни давления, ни гранат, никто тебя не пушил, он просто стоял и горел. Ну и последний фраг от Стюи, минус 4 в этом раунде, 12-3, продолжает он унижать своих противников. Ну просто это как праг. Так, ощущение, как будто Клауда просто играет праг, бегают где хотят, убивают где хотят, ничего не боятся и, в принципе, чего им бояться-то. Так, у нас по фрагам что сейчас вот увидим, когда будет старт? Вот, сейчас будут фраги. 15-7 СТУ и 14-7 Шрауд. Нафиг. Место тут 12-9. Скадул 9-7. И Аутиматик 9-11 при 8 ассистах. Команда Cloud9. Команда Complexity. 13-13. Деп 9-10. Убер. Сурил играет 7-10. Витмер 7-13. И Андроид 5-13. В общем, вся команда плывет. Так, если уж все вместе, так все вместе будем сливать. Ну, почему бы и нет. Слышим выстрелы, где-то война происходит, а где непонятно. Аутиматик делает еще один минус, еще один минус от нафига. Ну и вот, в общем, побежали, побежали, побежали. Последний остается Сурил, борется, ну и вот Скадул просто. One shot, one kill, 13-13, 13-3. 13-13 это была бы мечта для комплексити, но тут 13-3 всего лишь. Ну что остается колом? Колом остается только молить о пощаде, но пощады не будет. Клауда настроена серьезно. Шрауд покупает скаут МП9 от нафига. Фамас у аутиматика, дробовик Стюи и Скадудл также скаут имеет в своем распоряжении.
вообще мы Клауда намерены заканчивать это действо. 15 хп остается у Убера, Молотов еще залетает к нему в гости с дробовика. Стюи не очень хорошо отыгрывает, но и Nothing, Nothing заходит, забирает депа, который был продамажен Стюи. Идет дальше, может сейчас с Уриалом встретиться, но нет, уходит там обратно на плент. Информацию уже собрали, по своему еще у нас пострелял, на всякий случай проверил, свой это или нет. А вдруг не свой, а вдруг это шпион. А когда шпион, значит надо убивать, пока не нагадил. Ну и Nothing, он бегает по всей карте, вообще по всей карте. Ну, кроме, конечно, сотки и зелени, где есть все-таки противник. Так, Стюи. Есть ответочка от андроида. Есть еще один фраг от андроида. Но еще надо, но нет. Тут уже заканчивается мана у команды комплексии. Заканчивается мана личного андроида. 14-3. Клауда в двух шагах от победы. Я в двух шагах. А я в двух шагах от кровати. Надеюсь, что Клауда меня не расстроит. Так, побежали. У нас Nothing через зигзаг. Сейчас будет Молотов в сотку. Ну, а остальные... Ну, а ребята из комплекса отдают 15-й. Потом будут закупаться, будут играть под Б-плент. Начинается стрельба под Б. Там уже сзади, вы посмотрите. Посмотрите на этого парня. Nothing опять выбегает, забирает одного игрока. Но тут же размен от Витмера. Да выеживался все-таки Nothing. Стюи подключается ко всей этой вакханалии. Витмер последний. 15-й раунд, естественно, уже в кармане. Аутиматик сейчас пошел сзади. Ну и Витмер быстро умирает. 15-3. Вот, не знаю, вот Хико играл на своем трансляции с Витмером или нет, но Витмер играл очень плохо. Прям как сейчас. 8 на 16, ничего не может сделать. Кастер, живи. Да живу я. Что со мной станется-то? Все нормально, я уже начинаю привыкать постепенно. Я просто расскажу, в чем сложность комментирования. Вот то, что... Сколько времени, это пофигу. Просто факторы есть. Лунные факты. Ох уж этот Глебаня. Последний раунд, возможно, для команды комплекси, также для команды Cloud9. Стю играет на контроль выхода с нижнего парапета. Убер, по-моему, сейчас будет увольнять кого-то. Да, минус по Стюи. Минус игрок на Б-пленту. Андроид забирает Nothing, который продолжает все-таки поджимать. И туда же лезет сейчас еще и аутиматик. Но не перестают меня удивлять Клауда. Не перестают они удивлять своей наглостью. Аутиматик отворачивается. Там бегут два человека. Причем с бомбой. Аутиматик падает. Скадудл также. Минус Шраут. Последний. Нет, еще не хотят Клауда. Не хотят они завершать эту игру. Хотят еще немножко... понабивать себе статистику, а что ты 15-3, ну что, что так просто-то, ну так нельзя же, надо поинтереснее игру-то закончить, надо, чтобы это эпично было, клатч, кому-нибудь заработать статистику для Халтворга. Это слишком просто, и 16-3, мы так не играем. Ну и 15-4. Как я люблю банить неадекватов. Прям. Одно удовольствие. Одно удовольствие. Как можно быть настолько агрессивным существом? Быть вообще... Вот люди не понимают, о чем идет речь, соответственно, они не в коммунити, они просто смотрят Counter-Strike. Но хотя бы не надо нести чушь. Мне можно, я работаю уже 8 часа. Сейчас, ну не подряд, конечно, но 8 час. Мне можно. Аутиматик с дигла. Вот просто сидел и секунд 5 стрелял с дигла в упор, никого не попадал, и никто ему, самое главное, не мешал. 5 раунд. Для комплексити появляются деньги вновь в команды Cloud9. Возвращаемся обратно. В игру. Лучше бы модеров вернули. Но модеров не вернут пока. Все спят. Все спят. Минус от Скадудла. Минус по Сарилу. Кто же все-таки... Кто же все-таки, если не он, будет тащить свою команду, но уже никак.
уже не в этот раз. Сьюи догадывается, что опять к нему сейчас придут гости на бэплен. Справляется он сейчас с депом. Тут же перемещает прицел на нижний парик. А там... там никого. Там никого нету. Ну и посмотрите. 4 в 2. Заканчивается у нас последний раунд. Хотя тут еще не все известно. Витмер с АВП стоит в упоре. Перед выходом с нижнего парика Стюи. У меня уже мысль одна другую догоняет и подгоняет еще. Наверное, привык уже коммитить ночью, друг. Ну, что за вопрос? Конечно, привык. Давно уже. Слишком много трансляций. Так, ну и Убер последний. Остается 22 хелспоинта. Бомба не на руках. Если была бы, уже поставил. Ну, а так его уже ждут. Его уже ждут. Нафиг дает информацию, то, что... человек бежит через сотку, туда именно направляется. Ай, ты посмотрите, как играет этот парень. Как играет Убер, вы как... ох, тут может он сладеньких пособирать. Ох, может. Видит ствол и не, или не видит. Он нет, все, не заметил он скадудла. Но даже если скадудель умрет, то... раунд нафиг заберет. Победа команды Cloud9, могу только пожелать удачи команде Cloud9, могу сказать то, что в комплекте надо больше тренироваться, больше делать упор на стрельбу, потому что пока по этой стрельбе некоторые проседают, не скажу, что все, но некоторые проседают, не хватает разбора карты, в общем, работать над собой, что самое главное. Что ж, ребят, сделаю я сейчас аутро, запущу и к вам вернусь. Так, ну что, в чатике у нас написано насчет ночью комментирую. Да, привык. Привык, потому что уже второй сезон подряд комментирую. Сначала третий сезон ESL откомментировал ночью. Сейчас у меня даже загруженность идет. Просто представьте то, что вы учитесь днем, потом у вас ночная работа, и потом на следующий день тебе надо в институт вновь. Это было неплохо, потому что для меня 5 вечера начало института, ночные катки, все как положено. Но сейчас у меня вечером трансляция, утром трансляция, и организм отвык от того, что у меня ночные игры были, то есть у меня режим специально делаю под ESL. И когда организм еще не привыкший, ты откомментировал вечер, ты откомментировал ночь, ты понимаешь, что тебе надо ложиться спать. Потому что тебе потом вечером еще раз работать. У меня сейчас 4 дня, это... нон-стоп трансляция. То есть 4 часа трансляция одна, 2 пауза, 2 часа и потом еще 8. И после этого тебе надо спать. Но организм говорит, нет, фигушки, сейчас утро, какое спать, я не буду спать, я хочу только проснуться. Мне все равно, что я не спал, я просыпаюсь. И в итоге ты понимаешь, что ты спишь 2 часа за сутки, работаешь 8. Все это время ты сидишь за компом, пытаешься как-то... свой мозг перегрузить, чтобы он тебя сказал, все, надо валить, надо спать, тащи свое тело, я готов. Но сегодня день прошел, завтра остается еще один день, завтра у нас полуфинальные матчи GoldCL, два матча по ходу Best of 3, потом опять-таки еще 4 игры ESL, я так понимаю, то, что они тоже будут параллельно идти. Так что потом будет все-таки перерыв, и слава богу, то, что этот дикий график закончится. Еще раз повторюсь то, что не страшно то, что 8 часов, пофигу, я и больше работал без перерыва. 13 часов работал без перерыва, комментировал Rainbow Six. Но вот сам график, во сколько матчей, это, конечно, влияет, и тяжко, тяжко. Флайф ник. Ну да, Флайф. Ну не то, что Е-Е-Е, а Флайф без Е. Это как... это идет... Твиттер. Вот Фанат Спарк, что тебе не нравится? Объясни мне, пожалуйста. Вот
Впервые, наверное, за все время я спрошу в чатике, что тебе твою налево не нравится. Что вот. Я объяснил, почему бывает такое, то, что когда комментатор комментирует, есть какие-то затупы, но в чем твоя проблема? Короче, хана организму. Да нет, не сказал бы хана, просто это представь, что ты живешь в Америке, по-русскому, как это называется? Сколько лет комментатору? 21-22 в декабре. Так вот, представь то, что ты живешь в Америке по часовому поясу в России. То есть у тебя, например, в Америке 2 ночи, а ты в это время только просыпаешься, к примеру. То есть это сложно, это... И причем это на время, то есть ты не живешь нон-стоп в таком режиме, а у тебя, например, закончились матчи ESL, тебе надо перераспределять свой график на дневные смены, когда у тебя, например, в 10 утра трансляция. И у меня тут один раз получилось то, что я комментировал Overwatch, Atlantic LAN турнир, и прилетает просто после часов трех комментирования, даже не после трех-четырех часов комментирования, с 10 до 2. Мне говорят, ты еще ночью комментируешь. Я такой, опа, привет, я тебе принес расписание новое. Говорит, менеджер, ты работаешь ночью, а у тебя организм только проснулся. И что ты будешь делать? Весело, в общем. То есть, многие думают, что комментатор это человек, который сидит, болтает, халява вообще. Ну, ничего не делать не надо. Сиди, перечисляй, что происходит. Но... Во-первых, нужен опыт, во-вторых, надо еще правильно все это перечислять, много чего надо замечать. Я сам вижу свои затупы, пытаюсь пофиксить, и это хорошо, что получается. Ой, все, я, наверное, пойду, все-таки выговорился, надо было мне как-то выговориться, хоть с кем-то поболтать, потому что женщина моя спит, кошки обе спят, и надо тоже ложиться спать, потому что завтра последний сложный день перед обширным перерывом. Ладно, ребят, спасибо всем за то, что вы меня смотрели, спасибо, что вы меня выслушали, мои бредни, очень вы мне помогли, но с чатиком веселее, очень хорошо. Ладно, все, ребят, поехал я отдыхать, спасибо еще раз всем, всем пока.